хочу рассказать, как будут проходить трипы. Ну, вот людей буду проводить через мухомор. То есть у меня как бы уже сформировалась структурка, да, как все это делать. Потому что сейчас провел полностью человека через три трипа, да, одновременно за три дня. И, короче, что происходит? Первый день нужно хорошую такую дозу мухи, и я красный использовал. И люди, ну, человек где-то через 2 часа его накрывает, он полным в невминозе, то есть он не может ни говорить, ни сидеть, ни лежать, то есть он в полной, как говорится, неадекватности, и он все тело скованное, такое, как камень, вот. Говорить не может. Вот. И в этот момент очень важно не проворонить его, потому что там мухомор через какое-то время начинает выходить, и я вижу, что там прям вместе с мухомором выходит, всякая херня выходит. Они просто выходят. И я вижу, что человек во время вот этого трипа, он страдает. Он страдает, он переживает всю херню, которая вот с ним случалась за всю жизнь. Которую он сам себе нагреб. Человек после этого трипа не помнит ни хера. Только выход уже на второй час. Второй час уже, когда выхода идет, человек начинает помнить эти состояния. Ну, помнить начинает себя. До этого 4 часа, блядь, полного трипа, да, он ни хера ничего не помнит. Это сделано специально, это будет только со мной такая фигня, то есть человека не будет вот так вот жестко кидать в говнище. Память будет вот так вот отключаться, чтобы не сильно не страдать. Вот. Можно, конечно, через все это говно прогонять, но там тоже, как мне кажется, психотравма будет у людей. Ну, у людей вот и бывает психотравма после грибов. Они попадают в этот ад адский. И у них реально психотравма формируется. Из-за того, что они увидели. И многие не хотят туда возвращаться больше. А тут человек ничего не помнит. А я вижу, как из него выходит. Я вижу, 2 там еще такие сидят, допустим. Ну, демоны, скажем, да. Они такие сидят. Я говорю, ну-ка, кто там еще есть? Они сразу же отзываются. Я говорю, ну-ка, быстро отсюда. Уебен забито, да? Они сразу съебывают. Даже не спорят. Со мной не спорят. Вот. И человек потом приходит в себя. Видит, что это игра. Но он уже на этих надходниках видит, что это игра. Смешно, конечно, там все такое. Второй трип. Он тоже, человек тело не контролирует, но уже может глаза открывать. Может уже что-то мычать, иногда фразы какие-то говорить. Там пришлось человека опускать глубоко-глубоко в родовую программу, которая была на глубине 1,5 миллиарда лет. Просто пиздец. И вот мне приходилось самому через... Я там хорошо так мухомора. То есть первый раз я... 5 грамм мухомора принял, а второй раз 15, потому что я вижу, что-то не выходит. Что-то мешает. И я опустился глубоко, блин, вот очень глубоко, и мы вместе с этим человеком одновременно, этот человек тоже видел. То есть я подключаюсь к человеку и вместе с ним опускаюсь к его родовой этой программе, которая сформировала ответвление в его той какой-то там жизни, да, и пошло другое ответвление. И когда ты это ответвление, вот эту полностью цепочку выравниваешь, все проходит. Вот. Человек тоже уже практически... Когда мы начинаем убирать вот эту цепочку, человек начинает до него, начинает доходить, что, блин, это надо убрать, вот, потому что видит весь этот, всю эту жесть, вот эту глубину времен, не времен, а как это все далеко было. Человек принимает решение, что он хочет это изменить. Оно постепенно улучшается, улучшается. И он раз такой, он постепенно все лучше и лучше себя начинает. Это вот во втором трипе. То есть он у него
механика появляется, двигаться начинает, все такое. Вот. Уже может двигаться, уже говорить местами может. Нормально уже потом разговаривает. И все, потом отходняк. Но человек этого практически ничего не помнит. Ему начинаешь напоминать, и у него начинается вспоминаться. В первом трипе он нихера не помнит. Там вообще полный не в минус. Второй трип, человеку напоминаешь, и он начинает то вспоминать, то вспоминать. Потому что мне пришлось заорать на человека, что ты понимаешь, что ты натворил. То есть он не хотел, он даже в этой жизни, видя всю эту херь, он не хотел изменять вот эту цепочку. Сидит и кривляется, блядь. Он видит эту жесть, он охеревает от этой жести. И все равно не хочет менять. Вот, пришлось немножко там заорать. Громогласным таким, я специально такой божественный громогласный, такой, блядь, голос такой сделал. Накатом такой. Человек такой, и согласился менять цепочку. Вот. Второй, трип там, все, отошел человек, нормально. Он уже практически что-то помнит, что-то не помнит. И вот приходилось напоминать какие-то моменты. Человек начинает вспоминать, все вспоминает. Когда напоминаю. Третий трип был просто идеальный. Мы там использовали пантерный мухомор 6 грамм. И человек вошел, ну, в начале вход, где-то 2 часа с половиной было. Вошел, и он оказался в чистейшем трипе, в присутствии. И человек увидел меня. И кто со мной был? Аж вот так вот. Вот, потому что со мной был творец. То есть я был, и рядом со мной присутствовал, как будто присутствовал рядом какой-то мужчина такой вот в медитации. Вот, и человек уже в этот момент, он мог пойти сварить кофе, налить себе кофе, налить чаю, запарить чаю. То есть он уже в полной адекватности, он уже полностью контролирует тело. Он все помнит. Это вот уже третий трип. И все. Вот этого и нужно добиться. То есть вот это вот, как я изначально сказал, что вот этих три должно быть, да, вот этапа прохождения. А, да, и со мной не будет вот этого смерти. И прокрутки вот этих всех времен. Может, кто-то будет это видеть, но я как понял, что не будет. Ну, как знание вот это пришло, да, что вот этой жести со мной не будет. То есть человек будет все легко проходить, и там, где жесть жесткая, он просто этого помнить не будет. Чтобы не было следующей психотравмы у человека от того, что он как ад увидит, да, вот этот жесткий, свой же ад увидит. И поэтому все по лайту будет проходить. Брат тоже этого ничего не видел. Сразу я его разбудил, когда я в состояние вошел. Я вижу, его крутит. Его крутит, я вижу, что крутит его. Я его бужу и сюда его в свое состояние выдергиваю. И все. Вот, и так вот получилось три вот таких вот классных трипа. Друзья мои, например, они... Ну, там дом был в горах, и там у меня рядом еще друзья живут, и там, короче, они ощутили после второго трипа, у меня чувствительные друзья, ну, энергетически, и они ощутили, что я с собой туда, оттуда принес. То есть они ощутили что-то тяжелое, что ушло. Прям тяжелое что-то ушло. Вот. Вот так вот. Вот такая вот, как это, схема трипов у меня будет. Вот, людей буду проводить. И сейчас я все меньше и меньше. То есть у меня вот сейчас последний мой трип. Здесь дома я провел, да, сам с собой. Мне уже 10 грамм заходит до полного трипа. Скоро уже будет 5, а потом, короче, это будет уже ничто. Я буду входить в трип. Потому что мне не надо будет даже входить в трип, я буду в нем постоянно присутствовать. То есть это состояние присутствия постоянное. Это состояние присутствия. А, ну я вот и сказал, что
на третьем этапе человек увидит Творца. Да. То есть это как бы он уже начнет видеть просто. А увидит, потому что он вне присутствует сейчас. Его невозможно будет не увидеть. Он просто рядом всегда. Вот так вот. Ставьте сердечки, пишите комментарии. Кидайте донаты, кто могет. Всем пока, всех люблю. Пока, ребята.